Юлиан. Имя Юлиан древнеримского происхождения является родственным таким именам, как Иулиан и Джулиан. Буквально трактуется как из рода Юлиев или Юлианец. Скорее всего, произошло от древнеримского родового имени, популярного в эпоху Цезаря. Русское мужское имя Юлиан не слишком популярно в Российской Федерации и странах с русскоязычным населением, но за границей пользуется неимоверным спросом и встречается в большинстве стран Европы. Имеет влиятельную значимость и способна наделить названного им парня хорошей совместимостью с большинством русских женских имен. В рейтинг популярнейших русских имен имя Юлиан не попадает и числится в категории наиболее редких. Значение и энергетика имени Юлиан. Значение имени Юлиан может оказать сильнейшее влияние на судьбу и натуру названного этим именем мальчишки. Обычно носителям сулятся такие черты, как уравновешенность, стремительность, самолюбие, желание быть первым, эгоистичность, послушность и взвешенность всех деяний. Юлиан вечно хочет находиться в центре внимания, демонстрирует превосходство над другими, избегает компаний, не проявляющих должного уважения, и окружает себя готовыми слушаться и повиноваться людьми. А главные недостатки носителей имени Юлиан – это задиристость и агрессивная реакция на любую критику. Самые главные достоинства носителей имени Юлиан – это целеустремленность и готовность преодолевать любые преграды на пути к личностному становлению, удаче и успеху. Никакие преграды не помешают достичь успеха такому мужчине. Юлиан плохо относится к людям, не имеющим собственного мнения. Но куда больше, носители имени Юлиан ненавидят людей, старающихся всем вокруг навязать свое мнение, даже если его не желают принимать. Астрологическая символика имени Юлиан. Камень-талисман – Агат. Планета-покровитель – Марс. Покровительствующая стихия – огонь. Животный символ – цапля. Растительный символ – эвкалипт. Лучший зодиак – Скорпион. Число Юлиана – 8, символический металл – ртуть, счастливый день – среда, идеальный сезон – осень. Юлиан в детстве. Маленького мальчика, получившего от родителей редкое русское имя Юлиан, значение и энергетика этой именной формы могут наградить такими чертами, как спокойствие и сдержанность, которые, собственно, и будут в нем доминировать даже в подростковом возрасте. У такого редко возникают проблемы с общением, хотя он, впрочем, в нем и не нуждается. Чтобы чувствовать себя удовлетворенным и уверенным в себе, ему нужно спокойствие, иногда даже одиночество, ведь только тогда он сможет собраться с мыслями и сделать что-то, чем будут гордиться его родители. А родительская гордость – это как раз то, от чего он может сильно зависеть. Для Юлиана важно, что о нем думают его родители, важно осознавать, что им есть чем гордиться, что они уважают его, его деяния, поступки и мнения. Еще такому важно чувствовать себя уважаемым и нужным обществу. Он не стремится все свое время проводить со сверстниками и быть в центре внимания, но ему важно, чтобы окружающие дети всегда прислушивались к его мнению. Также значение может наградить названного таким образом мальчика непредсказуемостью в поведении. Кажущийся со стороны спокойным и умиротворенным, на самом деле он склонен к баловству и непослушанию, но проявляется это крайне редко. Юлиан подросток. У мальчика-подростка с именем Юлиан характер остается прежним, за исключением того, что некоторые негативные черты могут немного усилиться. Усиливается доминирование таких качеств, как баловство, непослушание, независимость, самоуверенность, самодостаточность, хитрость, напористость, упорство, свободолюбие и напыщенность. По сути, в Юлиане могут начать просыпаться его лидерские задатки. Особенно сильно это заметно по рожденным в зимний период. В школе такие становятся полноценными лидерами. Они не терпят споров и упреков, стараются быть сухими и жесткими в глазах окружения. Хотя в домашней обстановке поведение таких мальчишек обычно меняется. В общении с матерью и отцом у мальчика Юлиана могут просыпаться такие черты, как красноречивость, внимательность, заботливость и покладистость. Еще значение этого имени может ударить мальчика Юлиана старательностью, обязательностью, ответственностью и исполнительностью, благодаря которым он может многого добиться и хорошо закончить школу.
Правда, не стоит ждать слишком больших успехов в учебе, так как с его буйным нравом и непоседливостью ему очень трудно дается концентрация. Значение имени Юлиан может одарить слишком сильной порывистостью, любознательностью и непоседливостью. Подросток, названный таким образом, нуждается в бесконечном контроле. В браке. Юлиан не жалуется на недостаток женского внимания, поскольку вызывает интерес у довольно большого числа дам. Однако он крайне избирателен в выборе спутницы жизни. Отношение к женщинам у обладателей имени Юлиан может быть разным, но, как правило, они не сторонники мимолетных увлечений и интрижек. Для себя в воображении они создают собственные идеалы будущих вторых половинок и приступают к их поиску. Ранние браки для них не характерны, поскольку поиски идеальной жены занимают довольно много времени. В некоторых случаях влияние астрологических символов может сделать Юлиана настоящим дамским угодником. Еще со школы он начинает пудрить мозги юным красавицам, все больше убеждаясь в своей непревзойденности. Он может прослыть бабником, у которого очень активная и насыщенная интимная жизнь. Длительное время он отказывается от серьезных отношений, поэтому и в этих случаях ранняя женитьба также исключена. Юлиан женится на женщине, в надежности любви и верности которой он будет уверен. Кроме того, будущая супруга должна суметь принять его со всеми минусами в характере. Отыскав свою любимую женщину, Юлиан становится замечательным мужем и отличным хозяином. Остепенившийся Юлиан будет верным супругом, но может позволить себе легкий флирт, чтобы убедиться в своей непревзойденности. Юлиан как отец. Юлиан просто создан для отцовства. Свои лучшие человеческие качества он проявляет в отношении детей. По статистике, Юлиан чаще становится отцом дочерей. Он трепетно любит своих малышек, относится к ним с любовью, нежностью и заботой, уделяя им достаточно много времени. Юлиан искренне предан своим детям и никогда не позволит себе их бросить или предать. Даже если его брак по каким-то причинам развалится, он сделает все для того, чтобы дети получали его внимание и любовь. Большое значение он придает организации досуга своих чад. Юлиан тщательно следит за тем, чтобы они имели достаточно возможностей для разностороннего развития, помогая жене выбрать кружки и секции для детей. Также Юлиан активно участвует и в воспитательном процессе. Он способен проявить строгость и выставить требования, но вот кричать или наказывать детей он не станет. Для него важно, чтобы они учились не потому, что их заставляют, а по собственному желанию. И прежде всего, Юлиан стремится воспитать в своих детях самостоятельность, терпение, ответственность, упорство и старательность. Совместимость. Самая лучшая совместимость у имени Юлиан с женскими именами Вероника, Зинаида, Изабелла, Лада, Татьяна и Нонна. В случае союза с одной из таких может возникнуть настоящая любовь, за которой последуют крепкие отношения и счастливый брак. С Линой, Норой, Тамилой, Флорой, Серафимой, Кларой, Кирой и Викторией связь не такая сильная, и на смену любви и чувствам могут прийти безудержная ревность, скандалы и разногласия, что приведет к расставанию. А вот с Фаиной, Розой, Анной и Екатериной пару лучше не создавать, ибо противоречащие качества в итоге принесут немало проблем.